Всем доброе раннее утро. Сегодня 15 ноября. Вот я приехал с Киева. Презентация прошла хорошо. Все видео у меня уже в открытом доступе на канале. Заходите, смотрите. Сегодня по стандартной схеме я сейчас взвешиваюсь. Хочу сказать, приехал в Киев, я мой чистый вес без одежды был 68 килограмм. За это время я скушал порядка 10-12 килограмм яблок, вот, и 3-4 килограмма капусты. Больше я ничего не ел, воду я не пил. В результате я уезжал, мой вес чистый, 72 килограмма. Итак, я уже, естественно, одет, и тут невозможно чистый вес вешивать, иначе я замерз. Сегодня утром сходил в туалет, вот так для себя информация. 73,2 вес. И продолжаем запись.